И всем привет, ребят, с вами Тус, и мы продолжаем проходить Dying Light. Я не помню, на чем мы остановились, но тут, короче, нас попросили взять пистолет. У нас есть цель взять пистолет, но что-то я, по-моему, этот квест не очень-то его хочу выполнять, потому что это пистолет попозже откроется. Нам что нужно? Нам связаться с МГЛ, найти зону карантина, пройти на стадион и следовать зону карантина. Нет, давайте-ка пойдем в воздушный груз, основные задания сюжетные. Свяжемся с нашими бро, этими командными, как называется-то, правительством, да, вот с этими. Смотрите, у нас квест появился возле на входе. Квест на входе, ну-ка, что ты мне скажешь? Ты что-то хочешь сказать? Давай, здорово. Ты уже это третий раз говоришь, не ей-богу. Все, что бесполезно, чувак какой-то вообще. Ну и тоже говорит. Ну пойдем на улицу. Да, мы внизу. Надо заглянуть, кстати, на склад. Может быть, обновилось ассортимент, нет? То есть ты не, ничего не можешь кидать. Погнали, у нас, в принципе, есть оружие нормальное, хорошее такое. Да? Что у нас по оружию? Полицейская дубинка очень много урона носит. Также ключи гаечные еще и куча всяких разных вещей. Да, у нас очень много вещей этих оружия. Нам нужно связаться с ВГМ. Да, ВГМ. Так, у нас есть сюрикен даже, нифига себе. Я уже давно не заходил, если честно. О, я нашел объединение наше. Это паркурщерское. Сколько я его раньше искал, не помню. Ой, там кто-то был, по-моему, внутри. Я отвечаю, кого-то видел. Залазь наверх уже, а. Мне показалось только, что у меня третья рука вышла. Ну ладно. Там внизу зомби. Давай, алло. Сейчас потемнеет все. Ага. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. He's hoarding antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that antizin. Хорошо. Хорошо, надо антизин забрать. Короче, кто-то был, по-моему. Не, значит, не показалось. Тут что-нибудь есть полезное? А, там еще вниз этаж. Эй, здорово кто? Я слышу зомби, но что-то я его не вижу. А, так тут тунцы ящик с собой. Так, сходить за воздушным грузом в районе котловины. Хорошо. Так, я нашел секрет. Вот, здорово, ребятки. Здорово, портовец. Ты, видимо, торгаш место. Ой, ты что такой дерзкий-то? Нихера себе, напал на меня. Получил за это. Так, холодильник у нас алкоголь. Это понятно, в принципе, алкашка, она везде алкашка. Тут есть сундучок, тоже не закрытый. Ага, дезодорант какой-то. И кофе. Полезно, тут мелочь. Еще что-то есть? Все, да? Ну ладно. Эту штуку не пробить только. А как открыть ее? А ты, а можно достать? Я достаю до нее. На. На тебе, спутники. О, прикольно. Ну все, она бесполезна, да, давайте перезарядим его. Видимо, придется выбираться обратно через крышу. Но это не круто вообще, если честно. Надо было сделать, чтобы открыть можно было. Ладно. Хрен с ним, побежали. А далеко нам бежать-то? Так, да вот недалеко. У нас навыки вообще сейчас не прокачаны. То есть у нас вначале только эта штука. Полоска навыка. Потом нам долго качать. Ну ладно, ничего страшного. По сюжету игры прокачаемся. Так, продолжаем бежать. Смотрим подозрительный объект на карте появляющийся. Вот это круто получилось сейчас. Так, в трубу залез. Круто. Так, бежим, продолжаем движение, не останавливаемся. Зомби сожрут за милую душу, если остановимся. Так. Опа, справа какая-то хрень непонятно, что это такое. Что-то синее там, что происходит? Так, его грызу, что ли? Опа, нихера себе, помощь здесь. Супермен здесь, здорово, что происходит? Что с тобой? О, деньги дал. Спасибо. Ой, 500 опыта дал. Круто, я спас вовремя его. Вот ты бы так смог, ты бы так не смог, отвечаю. В лету, короче, врага убить, понимаешь? На, по жопе. Ладно, погнали. Дальше. А вот ты сможешь так, давай. Оп, хорош. Ой, хорош. Мы, кстати, их убивать довольно быстро стали. Раньше по 5-6 ударов, сейчас 2 удара хватит. Ты что бежишь, что ли? Мне надо пройтись, пожалуйста, товарищи, разойдитесь. Разошлись, да? Ну, спасибо. Ладно, сваливаем. Ох ты, как они тут собрались-то кучкой. Здорово, ребятки. Ой, я на кого-то упал. На, не важно. Они же не люди. До них можно падать. Держи сюрикен. Молодец. Так, продолжаем движение. Весело нам живется. Так, как здесь? Ага. Черт. Нахер это делаю. Так, ладно, далековато находится груз, если честно, что-то они его вообще какие-то. Котловину, сходить за воздушным грузом района котловины.
Так, а где он находится? Тут же не... А, то есть он дымит, вон он, Jade, да? I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter and wait. Ага, вон наверху. О, шелтер, я нашел убежище. Так, она сдохла. Нормально, вот тут убежище открыть можно. Давайте откроем, рядом заходим все равно. Да ползи ты быстрее, пожалуйста. Ну, давай. Да что ты не цепляешься-то? Я так буду прыгать всю вечность, да? О, молодец. Так, а где здесь вход-то есть? Давай. О, молодец. Так, а зачистить зону это вот эту. Вот тут тварь каких-то обычных. Здорово, ребятки. У нас проблемы с вами, да? Да, видимо, проблемы. Ты хочешь поэтому по-мирному решить? Поэтому вали отсюда. Вали с моего дома. Ладно, видимо, не хочешь вываливаться, поэтому давайте я убью. Все. Металлические детали очень полезная вещь. По помощи них можно чинить оружие. Так, это, по-моему... А как здесь дом-то починить? Он что? Нет? Ну-ка, давайте-ка прыгнем на зомби. Нормально, в принципе, как подушка безопасности стоит. Ох, ни хера себе, вот этого я не ожидал. Уйди нахер. На, по морде. А ты вообще не стой. Это правильно я зачищаю или это не то, по-моему, да? А, по-моему, вон там надо, да? Ну-ка, давайте зайдем наверх. Может быть, вот туда надо было? Вот, туда, да. Вот, дом, смотрите. Ага, хороший, это сюда надо было. А где здесь включается движок? Здорово, что делаете? Все, да? Да вроде все, убил. Так, 17, 13. А где здесь свет включается? О, статуэтка какая-то. Фигурка зомби, короче, это коллекционный предмет. Прикольно. А здесь где-то свет включаю. Ага, вот, отлично, все, слава богу. Откуда у меня вообще пробки с собой? Кто-нибудь знает? Я коробку с пробками таскаю с собой, да? Ладно, хорошо, если это так. Так, давайте-ка пойдем куда-нибудь. Где тут груз сбрасывает? Во-первых, надо сбросить сюда вот самому. Так, и у нас где-то здесь находится. Так, ящик вот один из груза, смотрите, он валяется на крыше. Давай-ка наверх, давай-давай-давай, залазь. Оп, молодец. Там, короче, вход с другой стороны. Он, походу, завалился именно туда, куда, в дырку в крыше какой-то, да? Да, походу, туда завалился. Ну, ё-моё. Нихе, вот тут, конечно, баррикады застроили. Ой, металлический талик, как раз тоже нужен. О, тут сундучок большой. Пофиг на это. Короче, припасы, давайте жрать халву и, короче, открывать сундучки. Как вам такая идея? Это сундучок нормальный. Надо, короче, после Скайрима отойти. Еще не отошел, скиллы у меня до сих пор остались вроде. Что-то я не уверен насчет этого. Да ёшкин матрёшкин. Вот, хорош. Так, что там у нас? Здесь это того стоило. Открывайся давай. Путу ESF всегда вообще. Это, короче, кофе и какой-то нож бесполезный. Нахер он нужен? Вообще ножи бесполезны здесь. Не берите их нахер, не покупайте. Так, тут какие-то эти... О, у меня есть неиспользованные навыки. Это когда я успел-то... О, так у меня боевые навыки есть один. Так, что у нас можно? Прочность, силовая атака. Это мощный удар, наносит огромный урон, но тратит больше выносливости, чтобы использовать, удержите и опустите правую кнопку мышки. Вот это хорошо, кстати, это там, это можно. Ну-ка. Нормально так. То, что надо, как раз вот эти вот здоровые, короче, качки, на них хер чем пробьешь, их можно, короче, убить вот этим вот ударом мощным. Так, тут что-то надо, тут вообще дофига еды, походу, отмычка он лежит. Сейчас пролутаем эту домишку, тут вообще, ой, тут еще и эти детали специальные, металлические, крутые вещи. Так, а что мы можем сделать? У нас можно по чертежу что-то сделать. Вот это зажигалочка. Это, короче, что она делает? Ну, давайте попробуем. Так, это простой короткий нож, мы улучшаем нож, и он таки начинает загорать врагов, что ли, жечь или что, я не пойму. Давайте постоим место политические дубинки. Ну-ка, смени на него. Да, он через жечь будет, но я не знаю, когда будет работать на зомби. Сейчас проверим. Это обычный нож с горелкой, ё-моё. Вот это логика. Вообще. О, Марлин, аптечку, хорошо. У нас так 5 аптечек уже. Откуда у нас 5 аптечек, я не знаю. Пластик, изолента. Тут прям не дом, а лут какой-то. Лут данжа, не знаю там. Как еще сказать? О, туалет бумага лежит. Тут никого же нет этих зомби-баков, да? Да. Я испугался этого фонаря, он думал, это зомби. Так, а где тут вообще? Да, а, вот, смотрите, еще лут. Еще гвозди. Так, я слышу зомби. Но дверь не откроется. Тут
тут отсюда выйти нельзя, да? Ладно. Два аэрозоля еще. Так. А что еще здесь есть? Все, да? Ну ладно, пойдем наверх. Зря, по-моему, перевязал, ну ладно. Наверху, по-моему, находится наш сундучок волшебный. Как он вообще? Куда он упал? У меня вроде по цели наверху показано. Это вообще на крыше, что ли? А как он-то попал? Парашют-то левее? А, так парашют-то левее находится. Это как? Ладно, не будем спрашивать. И тут, короче, сундук целый, там лут! Отвечаю, сейчас будет... Оп! Нихера нет. Стрели все, ну слово. О, еще лики, смотри. Это прям свежачок, отвечаю. Только прям сейчас сыпали, да? Хорош! Это три целых пачки. Два пачки. Окей, я все, давай, я понял. Погнали, ребят. Быстро. Лут залутать надо, наши сундуки наши. Никто у нас их не отберет. Давай. Нужно антизин этот взять, короче, обязательно. Бежим, быстрее. Сейчас кто-нибудь залутает, успеет до меня еще. Вообще прям экшен, на перегонки, походу. Что ты выдыхаешь? У нас вообще важное здание, не выдыхайся. Ну-ка, как зазубились? А, так он... Я не знаю, как это использовать вообще. Ну, возможно, это крутая вещь. Что-то я куда-то запрыгнул, походу, зря. Ладно, бежим по правилу, по нему. А, да все, я прибежал уже. О, как? Здорово. А давай я их убью, в принципе, не против. Да они вообще есть мои. Берешь так? Опа! Как тебе в задницу, а? На! Еще, у меня еще есть. О, у него еще сигарета есть. Да вы что, охранели, что передо мной прям? Да пошел ты нахер! Ух, какой-то дерзкий вообще. Опа! Не попал, да? Че, не ожидал, да? Опа! А кто тут не главный ниндзя? Кто тут главный ниндзя? Опа! Кто тут главный ниндзя? Оп! Не попал. Вот, хорош, убил, да? Хорош, убил, хорош. Все-таки вы смертный, да? Вот так вот их вообще эффективно убивать очень, ребят. Да хрен ты в меня попадешь, я ж тут ниндзя главный. Но на людей это прям... Вот это имбовая штука. Ау, подожди, прежде чем нажми, меня кидать не надо так делать. Ну давай. Давай. Пинается он, готов, да? Ну ладно, он тоже уворачивается, я тоже так могу. Давайте перевяжемся, пока он там, короче, кидает. Че, думаешь, самый крутой, что ли? Ну, все, затащил. Так, это, короче, вон один остался там. Боишься меня, да? Правильно, боишься. Кровотечение ему большое делает. Один ты вообще ничто. Все, вот так вот. Че не связывайтесь с ними? Они вообще язычные какие-то. Во, затащил, все. Сдохли, ребят, красава. Так, где там еще третий? Ну ладно, хер с ним. Короче, что они там воровали? Они, короче, стащили. А, так что, ничего нет, что ли? Подожди, а зачем я дрался тогда? Они как они все это утащили, они что стояли? О! Самодельные гранаты, нихера себе. Электронная, электропроводящая жидкость. Патроны от пистолета, нихера себе. Не зря я это дрался за это. Так, дальше где там второй груз надо еще пойти. Успеть до него дойти. Так, ну, слава богу, я не обломался с этим лутом. Все-таки нашел что-то ценное. Гранат самодельный, это очень полезная штука. Так. Продолжаем движение. В принципе, нормально. Ух ты, как мы круто бежим по краю. Оба, внизу что-то, по-моему, помощь требуется, по-моему. Не, это ловушка, по-моему, да. Это не то. Мы почти прибежали, но что-то темнеет начал. Оба! Радиостанция сработала вот так быстро к нему. Походу, это что-то интересное. Его спасти надо, да? Да подожди ты, короче, у меня все схвачено. Так, тут, короче, лут, подожди, там. А, там кому-то помочь надо. Сейчас я супермен местный, давай, где ты? Здорово, ребят, вы что тут чувака достаете, да? Ты что доставаешь чувака? Сидел все спокойно, никого не трогал, к нему пристал, что-то вообще ужас. Так вот, я тебя спас, спасибо, скажи мне. Чуть даже нет, не замен. Эй, вставай давай. Тут ночь уже скоро, тебя могут загрызть. Так это бомж, по-моему. Награда убийца. Чё за убийца? Ладно. Так, он дал мне какую-то, по-моему,
Это улучшение для оружия. Я думаю, улучшить... Давай пока ничего не будем улучшать. Зачем тратить? Поставим попозже, может быть. Тут мы уже почти прибежали очень близко. Здорово! Держи, плюху. Спасибо. Можешь не благодарить. Так, пойдем дальше. Ну, каких-то переулок. Вот, смотрите, там, короче, дым, он находится возле, вот за этим зданием, по-моему, точно говорю. Так, а что здесь есть внутри? Да, нет, тут нет. Так, по крышам спускаемся потихонечку. Так, парашют, ищем дым, дым, дым и парашют. Чё-то я не вижу. А, вот, отлично, дошел. Так, уйдите, пожалуйста, с места. С места экшена вам нужно убраться. Да, я-я-я, ты что творишь-то? Уйди нахрен. Ты... Сволочь, на, на. Все. Так, быстренько оплутаем их. Фу, мухи от них летают. Сигаретки, сигаретки. Алкоголь. Они все здесь алкаши вообще поголовно, если честно. У каждого по 20 там бутылок в кармане, походу. Так, что у нас? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп, лут нашли, хорош. Это анестезин, да? Молодец. Но звоним этим, что они там хотят. Хорошо. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing Antizen, destroy it. Уничтожить? What? Why? It will force interaction with Rise. You can go under Brecken's auspices as an ambassador if you want. Ну да, это логично, но блин, там. Depending on this stuff. Ну да, реально тут люди. Какие-то они эти, недобрые, добрые. Они, короче, хотят пожертвовать людьми ради того, чтобы выменить, короче, их рецепт. Ну, это, в принципе, логично. О, молодец, одну себе возьми, конечно же. Так, ну, блин, ну ладно, надо зажечь. Ну, сожгем, в принципе. Я не уверен, что железные колбы горят. Это плохая идея сжигать их, можно было под воду выкинуть. Ну ладно, если железо горит, то я вообще Jane, я балерин тогда. There's no answers in here. Don? Fuck. Fuck. All right. Get back here. Какие бонусы? Зомби, что ли? Ладно, пойдем. Shit. They must have heard me. Кого, кто услышал? А, тут никого нет. Ой, да, ух ты, а ты кто у нас? Ой, ребрышки торчат. Ой, ёб твою мать. Вот это скример. Так, подожди, я спалился? Нихера себе, что это за тварь? Э, ты кто такой? Ох, ты здоровый, значит, нахер был, короче. Я убегаю. Да ну нахер от такого, я такого не ожидал. А, я загорелся еще. Вы че? Что это за тварь вообще? Ой, еще одна, их тут дохерища просто. А, у меня еще поджопник дали. Спасибо, конечно, я рад, что... О, они же меня вообще прибьют сейчас. Как от них убегать-то? Они меня прям в зад бьют. Они быстрее меня намного. Давай беги, давай, чувак. Не время отдыхать. Если... Ох, там что-то взрывается, короче, машина взорвалась, нихера себе. Все происходит, экшен начался, ребят, какой-то. Ух, ё-моё, бежим. Аптечку на ходу давай. Ух, ё-моё, как их тут дофига что-то. Убегаем. Бежим быстрее. Быстрее. Домой. Ох, нихера себе, как мне прям плюху заехало. Это вообще конкретно так по хп снесло. Где вход? Вход. Быстрее, вход. 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 Вход успел. Фух, ё-моё. Чё это за херня была? Ё-моё. Как эту тварь убить вообще? Очки ловкости сил удваиваются ночью. Скрывшись погоду ночью, получать дополнительные очки ловкости. Чем дольше вы играете в небезопасной зоне, тем больше очков вы желаете получить. То есть это можно рисковать, но что-то эти чуваки очень дерзкие, они чуть меня не забили там. Я не хочу так рисковать. И очень высокий шанс сдохнуть. Так, а ты можешь что-нибудь дать мне? Нет. Дайте на это закончить серию, в принципе, экшен выдался нехилый такой. На следующей серии пойдем скажем, что, короче, мы без палева сожгли анестезин, конечно же, мы не скажем. Но на этом все, ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем до встречи, всем пока.